Поздравляю! Ты прошел отбор в баскетбольную команду. Поздравляем, Гарри! Но есть одно условие. Условие? Угу. Ты должен доказать, что достоин быть в нашей команде. В смысле, съесть просроченный бургер или что-то в этом роде? Да не, там вообще фигня. Залезть на верхушку дерева и прокричать, что ты теперь в команде. Верхушку? Ого! А ты что, боишься? Ну, не знаю. Давай, 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 давай! Это не так очень сложно! С ним что-то не так. Блин! Ты как? Нога! Блин, капец! Я бахнула! Спасибо! Ага. Нет, правда, спасибо! Я чуть не упала, а ты спас меня! Только не рассказывай никому! Не рассказывать? А почему? Чего ты стрел, погнали! Гарри шептал! Да, идем! А ты что, с этим чучом разговаривал? Нет, я просто мимо проходил! Погнали уже, хорош! Даже не думай лезть к Заку, он мой! А я не собиралась, понимаете, что вы натворили? Гарри в больнице! Я что, виноват, что ли, что он с дерева упал? Вы ему сказали туда залезть, а это запрещено школьными правилами. Твоя была идея? Да. Молодец, теперь ты наказан. И что, опять месяц убирать территорию школы? Не только. Сделаешь за неделю проект. Не сдашь на отлично, отчислю школу. Что? Я не успею за неделю? Успеешь. Будешь работать над проектом вместе с Тиной. Милашкой Тиной? Она же зануда и ботанша! Тогда могу чистить тебя прямо сейчас. Хочешь? Нет! Тогда бегом работай над проектом! Чего нам указываешь? А директор попросила меня провести с вами беседу. Тебя? Из-за происшествия с Гарри хочу напомнить о правилах школы, которые нельзя нарушать. Так ты же сама их нарушаешь. Я? Ну да. Я вообще считаю, что незаконно ходить в школу с таким стрёмным лицом. Все должны поддерживать друг друга. Скажи это своему папе, а то он, видать, тебя ненавидит, раз разрешает ходить в такой отстойной одежде. Что это? А, купи себе новых вещей, а то ходишь в таких коротких, видимо, на ткань подлиннее не хватает. Ты уже здесь. Да, миссис Синди просила меня помочь тебе подготовить проект. На какую тему хочешь писать? Вот я подготовила несколько вариантов. Да мне вообще пофиг. Выбери сама, сделаешь там все, а я сдам его директрисе. В смысле? Я не буду за тебя делать твой проект. О, ну не нуди. Ты ж ботанша, тебе в кайф такую фигню делать. А мне еще спортзал мыть. Ясно. Ты что делаешь? Ухожу. Нет, ты же проект должна делать. Нет, это ты должен. Я пойду к миссис Синди и скажу, что я отказываюсь с тобой работать. Меня тогда отчислят. Все действия имеют последствия. И это будут твои. Ну, прости. Да, я нагрубил. Мне без тебя не справиться. Прошу, помоги. Обещаю, буду себя хорошо вести. Ну, вообще...
моем списке помощь тому, кто мне не нравится, стоит на 56-м месте. Так, может, исполнишь его сейчас? Да, но есть одно условие. Пообещай, что не влюбишься в меня. Ты серьезно? Хорошо, обещаю, что не влюблюсь в тебя. Супер! Тогда на какую тему будешь делать проект? А можно! В который раз ты нарушаешь правила школы! Теперь тебя еще и могут отчислить! Мам, не начинай, все будет норм! Мам! Ты ужасно себя ведешь с тех пор, как мы развелись с твоим отцом! Не говори мне о нем! Ты должен с ним пообщаться! Может, хотя бы он вправит тебе мозги! Он нас бросил! Я его не хочу видеть! Тем более, я не пойду с ним разговаривать! Я сам пришел. Сынок, папа сможет тебе помочь. Не нужна мне его помощь! Ничего мне от него не надо! Маченька! Куда ты собираешься? Да, фоткать иду. Я думал, на семейный ужин. Прости, пап, но мне хочется прогуляться. Ясно. Как дела в школе? Да все отлично. Директриса назначила мне помогать с проектом Заку. Заку? Это вот этому хулигану? Тина, с такими парнями надо быть осторожней. Папа, я не маленькая. Знаю, как себя вести с парнями. О, стоп. Это ты с ним будешь гулять? Нет. Так, все, ты остаешься дома. Ну, папа, я не буду с ним встречаться, я просто иду фоткать. Так, Тина, если я узнаю, что ты гуляла с этим отбросом... Папа, все, хватит, он мне не интересен. Пока. Пришли. Вау, а тут красиво. Смотри. Ого, тут еще красивее. Заниматься фотографией на 25-м месте в моем списке. Это что за список такой? Список желаний? Вроде того. Не надо меня фотографировать. Я всегда не очень получаюсь. Уверен? Вау, реально круто вышло. У тебя талант. Спасибо. А что у тебя на первом месте в твоем списке? Мы еще не настолько близки, чтобы я тебе об этом рассказала. Значит, нужно познакомиться поближе. Работает вместе с ботанжей Тиной. Да глянь, какое у него хорошее настроение. Ему это понравилось. Ага, очень. Ой, да не гоните. Заку нравятся другие девушки, более раскрепощенные. У нас новая парочка назревает. Нет, я сейчас не готов к отношениям. А его отшили. Привет. Привет. Ну что, сегодня после уроков ко мне? Только в твоих мечтах. Что слышала? Ты глянь, вообще обалдела. Домой она к себе зовет. О, пора на урок. Привет, Зак. Как обстоят дела с проектом? С проектом? Да нормально все, да? Хорошо. Ты смотри, не облажайся и не поссорься с Тиной. Без нее ты вряд ли справишься. Вряд ли. Привет. Тина! Ну прости, но я себя повел как полный дурак. И правда, как дурак. Ну, понимаешь, меня бы в школе ржали. Ну да, конечно. Ну мы же с тобой друзья, мы же подружились, а? Да, только нашей дружбе в школе никто не должен знать, да? Именно, видишь, ты все понимаешь. Какой же ты придурок. Стой, ну ты же понимаешь, я без тебя не справлюсь, и не сдам проект. То есть ты пришел сюда только ради этого? Переживаешь, чтобы тебя не отчислили? Тина, стой! Знаешь, я подумала, что у тебя есть что-то хорошее, но я ошибалась. Тина, нет, ну Тина, вернись! Тихо, мистер Крис, здравствуйте. Так он пошел вон отсюда! Не смей при ужасах моей дочери!
тебя по всей школе еще. Привет. Привет. Ну, чего ты такой серьезный? Даже не взглянешь на меня? Ева, я занят, мне нужно готовиться. Ой, да ну отвлекись ты от этих книг. И взгляни лучше на красоту. Я говорю, отстань, я занят. Вот нафига тебе это надо? Там ребята собираются на тусовку. Погнали потанцуем, а потом сходим в кино на последний ряд. Ты издеваешься? Ты на мою тетрадку села! Ой, да ну и пожалуйста, придурок! Поняла мне тетрадь, блин, а! Привет! Как ты тут? Как нога? Будто тебя это волнует. Ну, раз пришел, значит волнует. Ага. А когда я лез на это дурацкое дерево, тебе было пофиг. Прости? Ты соврал. Никто из вас туда не лазил. Вы меня развели. Я упал с этого дерева и теперь лежу здесь. Ну, прости, реально. Тогда мне казалось это смешным. Сейчас я понимаю, что вел себя как идиот. Ладно, пофиг. Забыли. Может, тебе что-то нужно? Чипсы, приставка, я могу принести. Ну, от чипсов я бы не отказался. Понял, одну секунду. Я его закачил. Ой, будто бы первый раз. Да он еще и на тусовку не пошел. Сидит и работает над проектом. Он, похоже, становится примерно чипом. Ага. С такими темпами он еще и добрым станет. Точнее, скучным. Исследования доказывают, что моя теория верна. Так что думаю, этот проект будет очень полезен для увеличения кислорода в нашем городе. Браво! Супер! Супер! Так, ты молодец, проект идеален. Спасибо, но это не только моя заслуга. Тина очень помогла мне. Она мой вдохновитель. Ну, в тени не сомневалась. Поаплодируем ей! Ну же, давайте! Спасибо. Держите. Что? Офигеть! Что вы там разыгрываете? Вот тут. Может, тоже посмеешься. Как дела? Лысая башка. Блин, у тебя такой качественный парик. Никогда бы не подумала, что это не твои волосы. Это наследственное или ты на химии себе бошку подожгла? Ты плачешь? Не прижимайся к ней, вдруг это заразно. Постой тут. Тебе смешно? Ты что творишь? Еще раз ты так прикольнешься над Тиной. Тебе хана. Это всех касается, ясно? Серьезно? Ради нее? Она же заучка. Не говори так про Тину. Ах так, Зак, дружбе конец. Из баскетбольной команды я тебя выгоняю. Да пожалуйста. Ты в порядке? Идем. Ну что, тебе уже лучше? Да, спасибо. Прости, они себя ведут так из-за меня. Почему ты так считаешь? Если б я с тобой не общался, они б не обращали на тебя внимания. Если ты не захочешь со мной больше видеться, я пойму. Ты серьезно? Ты первый человек в моей жизни, который заступился за меня. Так теперь мы, получается... Друзья. Да, друзья. Чем займемся? Что там дальше в твоем списке? Что, например, на 37-м месте? Татуировка. Татуха? Ого! Милашка хочет татуху. Неожиданно. Да, но я вряд ли ее набью. Папа не разрешит. Есть идейка.
Думаю, на временную татуху твой папа не разозлится. Выбирай какую. Эту. Сердечко, тебе подойдет. Что следующее? Выбирай. Я готова. Вау! Просто вау! Красиво! Очень. Я в шоке, что в твоем списке есть пункт «Сменить стиль на дерзкий». Ну, в жизни нужно все попробовать. Это точно. Следующим предлагаю выполнить первый пункт из твоего списка. Не-а, это ты точно не сможешь выполнить. Что ж там такое? Неважно, идем лучше поможешь с 84-м. А что это? Дроп-концерт, и он через час. Не перестаешь меня удивлять. Ну что, нагулялась? Ага. Опять со своим отбросом, да? Не называй его так, он хороший. Знаю я таких. Тина, он хулиган. И ничего хорошего в твою жизнь не принесет. Но ты уже выглядишь как он. Я не разрешал носить тебе такие вещи. А я разрешения не спрашивала. Тина! Я запрещаю тебе видеться с Саком. Пап, прости. Я не хотела тебя грубить. А если я переоденусь, я смогу встречаться с Заком? Нет! Такой парень не достоин моей дочери! Но я люблю его! Любишь? Да, всем сердцем. Ну, тогда будь с ним честна. Во всем. Долго еще? Уже почти пришли. Вау, Зак, когда ты успел? А это секрет. Присаживайся. Ну, это же, наверное, очень дорого. За это можешь не переживать. Извините, так красиво. Вот еще один пункт из твоего списка выполнен. Ужин при свечах. Зак, спасибо тебе. Ну что, я уже заслужил узнать, что у тебя на первом месте? Ну, ты скажешь, что это глупо, я слишком рано об этом думаю. Я заинтригован. Короче, на первом месте в списке обвенчаться в той же церкви, что и мои родители. Ну, почему же глупо? Это очень даже мило. Тина, я тебя люблю. Ты нарушил обещание. Ты же обещал не влюбляться в меня. Я знаю, но это оказалось невозможно. Приятного аппетита. Спасибо. Ты уже решил, куда хочешь работать после школы? Никуда, я буду поступать в колледж. Колледж? Но тебя же выгнали из баскетбольной команды. Ты не будешь получать спортивную стипендию. А оплату колледжа я не потяну. Придется просить деньги у отца. Нет! Я и цента у него не возьму! Он нас бросил! Я ничего никогда у него не попрошу! Я сам поступлю в колледж! Но как? У тебя же ужасные оценки! Вообще-то уже отличная. Ты начал учиться? Да. Благодаря Тине. Она верит в меня. И верит, что я все смогу. А, эта девочка хорошо на тебя влияет. Пора бы нас уже с ней познакомить. Хорошо, без проблем. Только не сегодня. Конечно, конечно. Когда скажешь. Ох, наши милашки. Не то что там. Ого, Тина теперь одета в стиле Зака? Чего? Она специально это делает, чтобы больше времени с Заком проводить. А это, видать, работает. Ага, а еще они целыми днями вместе гуляют. Вот змея, она его приворожила. Тина, перестань. Отстань ты уже от этой Тины. Ты паришься за Ботаншу? Нет, но она не заслужила такого отношения. Да и Зак может общаться с кем захочет. Не говори при мне имени этого предателя. О, Зак тоже под Кристиной выложил. Маме, что буду поступать в колледж. И как она отреагировала? Сказала, что ты на меня хорошо влияешь и хочет с тобой познакомиться. Уже? Не переживай, я вас познакомлю, когда ты будешь готова. А ты выбрала колледж? Нет, Зак, я решила, что я не буду поступать. Почему? У тебя же отличные оценки. Или ты решила сперва поработать? Нет, Зак, я не поступлю в колледж, потому что меня, скорее всего, уже не будет. В смысле не будет? Что ты такое говоришь? Зак, у меня лейкемия.
Я не доживу до окончания школы. Нет, не говори так. Есть же лечение. У меня последняя стадия. Лечение бесполезно. Оно всего на пару месяцев продлит мне жизнь. Я не хочу все время лежать на больничной койке. Хочу прожить эту жизнь, как все. Почему ты никогда не говорила? Почему ты не рассказала мне? Я не хотела, чтобы меня все жалели. Особенно ты. Я не хотела, чтобы ты смотрел на меня так, как сейчас. Доченька, что случилось? Мам, я рассказала Заку про болезнь. Моя ж ты девочка. Мам, открывай! Зак, а ты что тут делаешь? Пап, ты же еще врач? Ну да, профессию пока менять не собираюсь. Пап, моя девушка, у нее лейкемия. Ты можешь ее вылечить? Пап, она должна жить! Сначала мне нужно посмотреть ее историю болезни, поговорить с ее терапевтом и вообще понять, какая у нее стадия. Пап, ты издеваешься? Зак, ну есть стадии, на которых любое лечение уже бесполезно. Я не могу пообещать, что вылечу ее, не зная всех фактов. На что я только надеялся, так и знал, что ты не поможешь. Зак! Зак, вернись! А вот и перекус. Нет, спасибо. Я не голодна. Тут это, Зак звонил. Может, ответишь, он все-таки переживает. Ладно. Привет. О, может, хоть с ней поговоришь. Ну, я вас оставлю. Ты как? Зачем ты пришла? Тина, Тина, я такая дура! Те фотки фотошопила я, но теперь я поняла, что это было очень жестоко, учитывая твою болезнь. Ты пришла меня пожалеть? Спасибо, не нуждаюсь. Нет. Я пришла извиниться, но я пойму, если ты не простишь меня. Но поговори с Заком. Он действительно тебя любит, и вы нужны друг другу. Ладно. Не буду напрягать тебя своим присутствием. Ма, я просил меня не трогать! Привет. Привет. Твоя мама позвонила мне, сказала, что ты уже несколько дней не выходишь из дома. А тебе какое дело? Я... Прости за ту выходку с Тиной. Я не знал про ее болезнь. Никто не знал. Да, и вообще, я вел себя как мудак. Мы дружили столько лет, а я... Прости. Доня, она со мной не разговаривает. Она лучшая, что было со мной в жизни. Я знаю. Привет. Ко мне Ева приходила, и Доня звонил. Они сказали, что ты не ходишь в школу. Почему ты не отвечала на мои звонки? Я боялась услышать твой голос. Я боялся больше никогда не услышать твой. Тина, мне плевать, сколько тебе осталось. Я хочу каждый день, каждое мгновение провести с тобой. Я не собираюсь тебя бросать. Не надо. Доченька, просыпайся. Доченька. Пап, ну еще же очень рано. Идем, кое-что покажу. Тина! Я тебя люблю! А оказывается, Зак еще и романтик. Тина? Тина! Только не уходи, прошу. Еще слишком рано.
Привет. Я в больнице. Тебе вчера стало плохо, и ты целые сутки не приходила в себя. Я так испугался. Я еще не собираюсь уходить. Еще не выполнены целых 42 пункта. Обязательно выполню. Привет. Папа. Лежи, лежи. В том состоянии лучше не двигаться. Ты как, спал хотя бы? Да, пару часов. Иди домой, отдохни. Я не устал. Зак, я хочу с дочерью побыть наедине. А, да, конечно. Приду после обеда. До свидания. Зак, ну я тебя везде ищу. Зачем? Что-то случилось? Я пыталась дозвониться тебе. Видимо, телефон сел. Пойдем, познакомлю тебя с Тиной. Зак, ее там нет. Что? Куда ее увезли? Ей стало хуже? Что произошло? Успокойся. С Тиной все в порядке. Она дома. Как дома? Ей же нужен постоянный уход. Врачи сказали, что если не давать ей лекарства, ей станет хуже. Твой отец оплатил ей сиделку. Пап, ну хватит. Ты меня хочешь как гусеницу запутать? Нет, просто не хочу, чтобы ты замерзла. Сиделка уже все сделала. Не переживай, все хорошо. Как я могу не переживать за свою единственную дочь? Пап, а что говорят врачи? Пап, ты обещал ничего от меня не скрывать? Помню я, что обещал говорить все как есть. У врачей неутешительные прогнозы. И сколько мне осталось? Месяц. Может, два. Понятно. Слушай, ты должна сказать Заку. Он имеет право знать. Хорошо. Я скажу. Сынок! Пап! Спасибо, что помог Тине с сиделкой. Я не мог по-другому. Там вечером появляется полярная звезда. Скоро придет телескоп, и ты сможешь ее лучше рассмотреть. Ого! Ты хочешь исполнить еще одно мое желание? Ну да, я же обещал. А вот там... Зак! Да? Мне нужно тебе кое-что сказать. Мне осталось... Я знаю. Откуда? Папа тебе рассказал? Я говорил с твоим врачом. Так мало времени осталось. Не переживай. Его хватит, чтобы исполнить твое главное желание. Тина, ты выйдешь за меня? Да! Да! Радостный день приветствую всех собравшихся на этой прекрасной свадьбе. Готовы обменяться клятвами? Да. Я Тина. Я Зак. Я беру Зака в свои мужья. Я беру Тину в свои жены, чтобы с этого дня быть всегда вместе. Богатство и бедность. Болезни и здравие. Обещаю любить тебя. Обещаю любить тебя. Пока смерть не разлучит нас. Пока смерть не разлучит нас. Объявляю вас мужем и женой! Теперь ты моя жена. А ты мой муж. Я тебя люблю. Тина! Тина! Да пустите меня! Сынок! Нет, ты должен сначала выпить успокоительного! Да пусти ты меня! Я должен быть с Тиной! Зак, теперь правда лучше выпить успокоительного. Да зачем? С Тиной и так все будет хорошо! Не сидите тут, как будто у вас траур! Тина будет в порядке, слышали? Зак!
Тина, она... Замолчи! Замолчи, она не могла! Тина! Тина... Видела? Красавчик зад на тебя так засматривался! Осторожнее! И ничего он не засматривался, не выдумывай! Да чего ты скромничаешь? Еще будет чуть-чуть, и у него бы точно слюни потекли! Ой, да все, прекрати! Эй, смотрите, куда прете! Ой, ты посмотри, Билли, эта дурочка все еще ходит со своей скрипкой! Эй! Адай, ты что творишь? А ты что, расплачешься и не маме пожалуйся? Да я... Я помогу. Зад? Ты что здесь делаешь? Защищаю Еву от всяких дурочек, которые в себя поверили. Что? Ты про это неудачница? Милли, отдай скрипку. Ты перестань быть стервой, тебе это не идет. Хорошо, Дима, спасибо. И тебе. Так, а как ты, а что, ты здесь все время стоял? Кстати, да, я на тебя засматривался. Я же говорила. Ева! Может, все-таки поговорим, или так и будешь от меня бегать? Ты меня напугал. Напугал? Очень жаль. Я хотел понравиться. Да ты... Что, уже? Знаешь, я вообще хотела сказать, что спасибо, что ты меня защитила. Да не за что, девочка. Вообще, я еще хотела спросить, а зачем ты меня защитил? Ну вот ты просто взял реально это сделал, а я не понимаю, зачем... Ева! Ты мне нравишься. Я не понял, что здесь происходит! Я просто... Офигеть! Это же вы! Нейт! Жестокий! Энгри Кристи из Тим Тим Рок! Да ладно! Да, а ты что, нас знаешь? Да, конечно! Мне мама в детстве еще вашу песню включала «Ешь или умри», когда я кашу не хотел есть, а? Ой, как мило! Очень мило! Евочка, а почему ты нас не знакомила со своим другом? Отличный парень! А он не мой. Ой, вечно ты такая да-да-да. Она у нас такая недотрога. Да-да, не то слово. Ой, нравишься ты мне. Ну ладно, мы сейчас пока с Нейтом пойдем, а вы тут общайтесь. Капец, у тебя родаки крутые. Только вы очень разные. Да. Сама не знаю, как так вышло. Ева, у меня кое-что для тебя есть. Mm-hmm. Вот, это билеты на концерт классической музыки. Пойдешь со мной? А, конечно, пойду. Ну, тогда договорились. Договорились. Мы с ним договорились. Давайте зажжем, детки! Черт! Ты что творишь? Да я тебе сейчас!
Ева, привет. А я вот решил прийти, чтобы вместе на концерт поехать. Я вас никуда не пущу! Пока вы не поужинаете вместе с нами. У меня какая-то все готова, садитесь. Ой, это как-то мы опаздываем на концерт, идем за... Да нет, нет, все отлично, я же знаю, какая ты зануда, поэтому специально раньше пришел, у нас время еще есть. Походу, ты отлично знаешь нашу дочурку. Ну, честно, после встречи с вами такое ощущение, что не знаю, не думал, что у Евы такие родители. Да, Евочка совсем на нас не похожа, так было с самого ее детства. Так, ладно, мы, наверное, уже пойдем, давай. Ну вот ты зачем ты начинаешь? Я начинаю? Может, это ты начинаешь? А может, это все-таки ты начинаешь? А может, все-таки ты? Так! Че раскудахались? Давай не тусить! Ну и как тебе концерт, Зак? Концерт вообще вау, супер, мне понравилось, да. А какая композиция тебе понравилась больше всего? Композиция? Ну, пятая вообще крутая. Их там всего было 4, Зак. Да? Ну я ой, просто... Ой, да ладно тебе, ты думаешь, я не видела, как ты весь концерт спал? Прости, Ева, я просто всю неделю по ночам репетировал, а тут эта музыка и атмосфера... Ой, да все, я не обижаюсь. Кстати, вот мне концерт очень понравился. Спасибо тебе огромное. Рад, что ты оценила. Ну что, тогда увидимся завтра? Надеюсь. Прикольно, ты малая. Зак, слушай, я тут хотела спросить, почему ты вообще тусуешься с такой, как я? Ты с кем-то поспорил? Ева, ты чего? Ты лучшая, кого я встречал за последнее время. Что, правда? Но я же совсем не такая, как ты. И я ни капельку не похожа на твоих друзей. На кого? На рокеров с грязными головами? Ну и хорошо, ты гораздо лучше их, Ева. Ева, я не знаю, как это объяснить, но что-то изнутри тянет меня к тебе. Ты знаешь, меня тоже... У меня еще никогда такого не было. Да что ты. Да. Давай, Ева, не будь тряпкой. Да поцелуйтесь уже. Ты это слышала? Какие-то звуки? Нет, наверное, тебе показалось. Заглухи ты, не тупи, целуй ее. Миссис Кристи, мистер Нейт, а вы что тут делаете? Добрый вечер. Добрый вечер. Я, наверное, пойду. До свидания. Ну что, как прошло? Ну, в целом замечательно. Могло быть еще лучше, если... Прости нас, дорогая, мы просто очень тебя переживаем. Да, и мы хотим, чтобы ты знала, что мы тебя любим, несмотря ни на что. Ладно. Да, и еще знай, что всю следующую неделю уборкой буду заниматься я. Да ладно. Да что с вами? А что с нами? Ничего с нами. А хочешь мороженое? Или кексы испечь. А может вообще торт? Так все, встаньте вы от меня! А я не поняла. А что моя скрипка делает у тебя, а? А что за скрипка? Скрипка! Моя скрипка! Сюда! Что за? Прости нас, милая. Прости, я играла на ней и случайно уронила. Ты играла с моей скрипкой? Да ну почему вам все время плевать на меня? Нет, нам ни в коем случае не плевать на тебя. Просто это произошло абсолютно случайно во время нашего домашнего концерта. Домашнего концерта? Мы иногда устраиваем их с родителями, пока тебя нету дома. Отлично, ну просто чудесно! Останься ты куда? Оставляю вам больше пространства!
этого. А ты что тут делаешь? А да я... Я просто... Я... Да все, неважно, я уже ухожу. Ева, ты чего? Да я просто не хочу вам мешать. Нам мешать? Ева, ты что подумала, что Гвен и я... Типа, мы с ней... Зак, я хочу уйти и чувствую себя дурой. Нет, Ева, подожди, это я чувствую себя дураком. Знакомься, Гвен. Гвен, знакомься, Ева. Это ты та самая малышка, про которую мне за все уши прожужжал? Наверное. Что ж, тогда добро пожаловать! Ой, я так давно хотела с тобой познакомиться, Зак, а тебе столько рассказывал! Гвен – девушка моего брата, но он уехал учиться по обмену на год. Теперь мы вместе пишем музыку. А ты что тут делаешь, что уже соскучилась? Я сбежала из дома. Ого, Зака, ты не говорил, что она у тебя еще и бунтарка? Да я и сам не знал. Ну так что, можно у тебя остаться? Ну, да, хорошо. Мы с Гвен так на полу поспим, ты ж не против? Не против, да. А знаешь, а у тебя тут миленько. Да, правда, уборки давно не было, но будем считать этот декор. О, смотри. Оп, ну, и мне идет. Точно! Завтра подберем тебе крутизный лук. У всех в школе просто челюсть типа отпадает. Да, Гвен в этом профи. Это кто такая? Новенькая? Это Зак и Гвен рядом с ней? Подожди, это что, Ева? Не может быть. Пошли подойдем. Привет, Зак. Гвен. Привет, Билли. Ева, это ты? Мы тебя не узнали. Да что с тобой? Ты что, ночевала в шкафчике Зака? Завидуешь. Зак, угомони эту сумасшедшую. Угомонись. Это я тебе, Билли. А ну свалили отсюда! Смотри, куда прешь. Что тут за столпотворение? Звезда, что ли, какая-то приехала? Ой, похоже, что да. Привет, Синди. Привет. Круто выглядишь. Твоих рук дело? Ну, типа того. Смотри, мне не обижай ее, иначе обижу. Да шучу я. Кажется, мы подружимся. Проходи. Родителей не должно быть в такое время дома. Ого, это точно твоя комната, а не музей? Я вижу, музыка для тебя очень важна. Да, в музыке я могу спрятаться от этого мира постоянного осуждения и от... Непонимания родителей и страха будущего. Я тебя понимаю. Ой, я пойду открою. Ага. Да, серьезно. Ой. Зак? Да, я здесь. Кажется, меня приняли в музыкальный колледж. Офигеть, Ева! Как круто! Я тобой горжусь! Но есть одно но. Да какая разница, это же замечательная новость! Этот колледж в соседнем штате. Как это в другом штате? Ну, я думаю, это же ничего страшного. Я же смогу сюда приезжать на каникулах. Я думаю, ты сможешь у меня спокойно гостить. Нет, Ева, это какой-то бред. Я так не могу. Зак, ну ты же знаешь, как для меня это важно. Черт. Да почему все вечно так? Зак, успокойся. Не надо меня успокаивать. Ты все испортила. Ну я же просто... Все. Мне нужно побыть одному. Зак! На туалет меня! Зак! Зак! Зак, прекрати! Ты чего? Это ты чего? Что с тобой?
Ты сейчас троны порвешь! Ничего. Что значит ничего? Я тебя таким давно не видела. Колись давай. Просто это Ева. О, понятно. Давай рассказывай, что этот ангел мог натворить. Мне аж интересно стало. Она уезжает учиться в колледж в другом штате. И что за колледж? Музыкальный. Она на первом свидании мне прям все уши прожужжала. То есть она это давно планировала? Ну да. Говорит, что мечтала об этом всю жизнь. Да какая разница? Я просто не выдержу отношений на расстоянии. То есть ты хочешь сказать, что девочка всю жизнь мечтала о колледже? Ну? Лупашила на репетициях, как проклятая, подавала документы и ждала ответа. Ну? Чтобы появился какой-то потлатый рокер и сказал, что бросает ее из-за того, что, видите ли, он не выдержит отношения на расстоянии? Получается, что так. Получается, что ты дурак. Ай, ты чего? Да может, хоть так у тебя мозги на место станут? Ты чем думаешь вообще? Ничем, ты вообще ничем не думаешь, Зак. Иди быстрее, извинись перед ней. Чего? Да прекрати ты, понял. Так иди давай, сделай что-то. Ох уж эти женщины. Ох уж эти мужчины. Все, я переоделась, успокоилась. Теперь нужно пойти прогуляться и отвлечься, пока никто не вернулся. Прости, пожалуйста. Больно. Какая ты вернулась. А вы, как всегда, очень рады меня видеть. Прости нас. Да, извини. У нас для тебя есть подарок. Вот, это тебе. Вау, какая она красивая. Ну что, мир? Ну, конечно, как я могу на вас долго обижаться? А у меня для вас есть хорошая новость. Меня приняли в музыкальный колледж! Так это же просто замечательно! Ты такая молодец, дорогая! А поехали есть мороженое! Да, да, сердечайте! А давай позовем твоего друга Зак. А он занят. И теперь всегда будет занят. Че встали? Поехали, там мороженое растает. Давайте! Не знала, что ты можешь быть таким романтиком, Зак. Да во мне вообще много талантов. Боже, представляю, как она вернется и убедится во всем. Да, ты знаешь, я же ни для одной девочки такого не делала. Ой, да, помню, как в младшей школе ты бедной Лили подарил сорняк с могилы и сказал, что это дорогущий букет. Ну, она ж поверила. Вообще, знаешь, мне кажется, что с ней я становлюсь лучше. Да, чувствую. Дезодорантом начал пользоваться. Я не об этом. Ты понимаешь, Вен, мне кажется, что я ее люблю. Я ее люблю. Я думала, ты таких слов не знаешь. Ты не заболел? Да нет. Ну посмотри на все это. Разве я бы это сделал для человека, на которого мне было бы все? Ну, начнем с того, что половину из этого сделала я. Неважно. Так, уже она вот-вот придет. Нужно написать ей сообщение. Ева. Нет, не так. Дорогая Ева. Ты как думаешь? Ева, ты надоела! Как можно это слушать? Мне уже не терпится поскорее попасть в колледж, чтобы не слышать всех этих криков. Ну почему вы вечно так? Когда вы уже меня примете такой, какая есть? Дорогая, мы любим тебя несмотря ни на что. Просто твои увлечения... Глупые и непонятные. Ой, да помолчи ты уже! Все, я так больше не могу! Я не могу это слушать! Остановите машину, я выйду! Потолкайся! Дай мне выйти, а! Отстань! Да хватит ругаться, девочки, ну сколько можно! Отстань ее! А вот черт!
Зак, успокойся. Что успокоиться? Я чувствую себя дураком. Да все хорошо, но может она задерживается. Она так задерживается, что даже не удосужилась ответить на сообщение. Зак, не заводись. Что не заводись? Зак! Я готовлю ей это все. Украшаю тут все этим барахлом, а она... Почему сразу барахло? Вроде миленько получилось. Она даже не набралась смелости лично признаться, что не придет! Успокойся, что с тобой? Я сам решу, что мне делать! Зак, подожди! Фух. О! Что произошло? Мия! Мия, вставай, нужно срочно искать родителей. У нее низкое давление. Нужно подключать к аппаратам. Принято. А что со второй? А, со мной уже все в порядке. Спасибо. Можете мне, пожалуйста, привести к родителям? Она потеряла много крови. Нужно сделать переливание. А, нет, нет, что вы. Со мной все в порядке. Вот, видите? А? Эй, вы чего? Говорю же, со мной все хорошо. Бедная девочка. Жуткая была авария. За ней теперь нужен постоянный присмотр. Да вы что, все с ума сошли? Бред! Этого не может быть! Подключаем к аппарату переливания крови. Есть. Если хочешь выжить, нужно бороться. Все зависит только от тебя. Что происходит? Че лица у всех такие кислые, а? Мои соболезнования. Что за бред? Не жаль. Это что? Пранк какой-то? Эй, ты! Привет, Зак. Мне очень жаль. Прими мои соболезнования. Да что с вами всеми? Что происходит? Так, ну-ка быстро говори. А ты что, не слышал? Да что я должен был слышать? Отвечай! Ева... Да что, Ева, нормально скажи, а? Она попала в аварию и сейчас без сознания. В школе объявлена неделя, молись за Еву. Что ты несешь? Мне очень жаль, это правда. Вчера по школе давали объявление. А я вчера готовил ей сюрприз. Ладно, ты... Вали отсюда! Мне очень жаль, правда. Проваливай, я сказал! Черт! Нужно найти Зака. Он мой последний шанс к жизни. Он у меня такой хороший. А это еще кто такая? Здравствуйте. Это вам... Что за... Я еще умереть не успела. А он же себе новую нашел! Вот подонок! А! Зак, у меня очень мало времени. Зачем вы меня сюда позвали? Я по поводу студентки Евы. Ага, это та самая, которая не отвечает нашему колледжу с момента, как получила письмо. Да, вы понимаете, она просто попала в аварию и сейчас без сознания. Мне жаль, но она должна принять заявку, я не могу ждать вечность. Она обязательно ее примет, просто нужно время, поэтому я вас сюда и позвал. Ну, не знаю, это все против правил. Вы же понимаете, что это будет очень жестоко не дать девочке без сознания даже шанса на поступление. Вы мне сейчас угрожаете? Ни в коем случае. Нет, ну это все бред какой-то. Да, может, мне это все кажется. Да, я во время аварии ударилась очень сильно головой, и теперь мне это все кажется точно так и есть, да? Ева. Девочка, мне так жаль. Нам всем очень тебя не хватает. Вот бы ты очнулась прямо сейчас. Я
Я столько всего не успел тебе сказать. Да? А мне казалось, ты сказал мне слишком много. Мне так жаль, что все закончилось именно так. Мне стыдно. Синди, что думаешь? Раньше надо было думать. То-то же. Синди, да отстань ты. Мне нужно сказать Еве кое-что очень важное. Ева, я тебя... Срочно! Кто здесь посетитель Ева? Я! Что-то случилось? Да. Я не знаю, как вам об этом сказать, но... Говорите уже! Родители Евы погибли. Что? Что? Нет, этого не может быть. Этого не может быть. Нет. Я не переживу. Мама, мама. Она этого не переживет. К сожалению, это так. Пойдемте со мной, подпишите кое-какие документы. Нет, я прошу вас, скажите, что это неправда, скажите! Пап, пап, я так и знала, что это неправда! Подождите, но если я призрак, то вы... Да. Нет, 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 я не могу в это поверить! Мы понимаем, дорогая, но тебе нужно идти дальше. Нет, нет, я не могу, куда я без вас? Евочка, ты такая молодая, у тебя еще столько всего впереди. Нет, нет, я не смогу, нет, не уходите. Ничего подобного, ты моя дочь, а значит совсем справишься. Эй! А, ну да, и ее тоже, хотя такая себе мотивация, если честно. Ну вот, смотри, ты уже улыбаешься. Нет, прошу, не уходите. Мы не можем, так нужно. Приглядывай за ней. Она еще та беда. Нет, прошу вас. Прощай, Евочка. Прошу вас, не уходите. Алло, да. Пора выносить тело Кристины из 5-й палаты. Девочка, посмотри, кто очнулся. Здорово, зануда. Девочка, прошу, вернись к нам. Да, нам правда тебя не хватает. Я не могу, не могу. Я верю в тебя, ты все сможешь. Я потеряла все. Зака, учебу, родителей. Как же я буду без тебя? Тебе будет хорошо у бабушки с дедушкой. Только не говори, что мне придется жить с бабушкой и дедушкой. Тебе понравится. Хотя ладно, они кормят хорошо. Мия! Ева, пожалуйста! Нет, я уже приняла решение. Я больше не могу, простите. Ева, прошу тебя. Нет, я не могу. Точнее, я не хочу. Моя жизнь разбита, и лучше мне ее покинуть. Значит, Синди. Врача! Позовите врача! Ну что ж, меня уже больше ничего не держит среди живых. Моя жизнь разрушилась. Не успею начаться. Что это? Откуда этот звук? Кажется, это там. Давай же, Ева, ты не должна уходить. Ева, прошу тебя, не уходи. Что ты делаешь? Ева, ты должна бороться. Ты должна очнуться, Ева. Я тебя люблю. Ева! Зак! Зак! Стоять, мелкие преступники! Стоять!
Эй! Прости, красотка. Ты дашь помаду? Крис, валим! Быстрее! В другой раз отдам, красотка. Офигеть! Ну что, идем? Да? Помада! Хочешь свою, да? Нет! Мне нужна та! Не, это ищет. Ты! Это же ты ее спер! Да не так быстро. Я отдам. Если ты согласишься пойти со мной на свидание. Чего? У нее вообще-то парень есть. Замолкни, малявка! Ну так что? Хочешь вернуть помаду? Ты чего к моей Кити клеишься? Опа! А это, я так понимаю, тот самый парень. Ну, не переживай. Ты с ним ненадолго. Кити, моя судьба. Чего? Ты хочешь поговорить об этом? Да, сегодня после школы, на спортплощадке. Идет. Супер. Ты будешь моей? Придурок! Не надо с ним связываться, он же преступник. Подумаешь, пару шоколадок с магазина стащил. Я с ними разберусь, не переживай. Китти, а твой папа не против нашей тусовки? Да пофиг на него! Я устала. Я тоже. Тайлер! Алло! Я вообще-то твоя девушка! Да чё ты кипишуешь? Я просто... Это что такое? А ну пошли все вон отсюда! Вали, недоумок! Шапка! Тайлер, мой парень! Кто? Дочь офицера полиции не может встречаться с таким отбросом! Серьезно? То есть ты уже решил, что я поступлю на юриста в колледж, а теперь еще будешь решать, с кем мне встречаться? Да, моя дочь должна быть примером для общества. Ну так удочери себе другую дочь, потому что я не собираюсь жить по твоей указке. Зря ты, чувак, разминаешься. Все равно он испугается и не придет. Ага. Значит, Кити завоевать будет еще проще. Ну че, готов к разговору? Еще как. Эй, это не по правилам! Вы слышали, ребят? Он думает, что в драке есть какие-то правила. Бронируй место в больнице, лузер. Не появляйся здесь больше! Мистер Нейт, скажите, как в городе обстоят дела с преступностью? Преступности в городе почти нет. Даже подростков-хулиганов. Вы уверены? Я очень ответственно отношусь к своей работе. Я вижу. Ах вы ж! Вы что творите? Шухер! Офицер Нейт! Болим! А ну стоять! Вот это да! Попробуй догони, офицер! Я вас арестую! Ой, вот это как! Привет! Наконец-то! Как ты? Сильно подрались? Да нет, все в порядке. Я его пару раз ударил, он убежал. Ну. Я знала, что ты у меня самый крутой. Украшения выбираю. Ага. Делаешь? Мне скучно. Давай повеселимся. Тогда пойдем. А ну стоять, воровка! Вы совсем отпустите! Я видела, как ты стащила украшение. Либо платите бабки, либо я сейчас полицию вызову. Я что? Я ничего. Я ее в первый раз вижу. Гоните бабки! Отпустите же! А я сейчас вызову полицию. Отпустите! Я ничего не брала! Отдай его! Мам, вот ты где! Я же говорил не сбегать из дома! Простите, это моя младшая сестра. Она стащила украшение! Кто? Она? Она! Хватит мне зубы заговаривать! Я звоню копам! Ладно. Сколько она вам должна? Этого хватит? Да! А теперь брысь отсюда, чтобы я вас здесь больше не видела! Понял, идем.
дурацкая продавщица. Ты все-таки его украла. Ну да, а что? И вообще, не надо было за меня платить, я бы сама разобралась. Так я все равно не свои бабки заплатил. Что? Ты украл его у продавца? Да. Ну ладно, спасибо. Стой, а ты куда? Разобраться с Тайлером. Этот придурок сбежал и оставил меня одну. Ты хочешь ему отомстить? Да. Вот такие! Ломай! Ты что творишь? Мщу Тайлеру. Благодаря им. Но он узнает, что у тебя новый парень. Ты придурок! Все равно мы будем вместе! Ты уже готов к... тусовки. Обалдеть! Как тебе? Нравится? Очень. А отец уже видел? Он, наверное, будет зол. Да пофиг! Я устала делать то, что он хочет, и одеваться так, как он говорит. Я хочу быть собой. Класс! Я даже завидую твоей смелости. А то! А что это за парень, который тебя поцеловал? Кити, ты чего? А, да так, то один придурок был. А он вроде ничего такой, красивый. Ой, идем уже. О, гляньте, у них все-таки здесь вечеринка. И нас не позвали? Не по-дружески, ребят, не по-дружески. Мы с вами не друзья. Замолкни. Не обращай на них внимания, идем лучше потанцуем. Правильно, Тайлер, а то опять штаны наделаешь из-за страха. Вот это здесь напитка! За вечеринку! Надеюсь, Тайлер осознал свою ошибку. Сомневаюсь. Вот гад! Ну все! Привет! О, Кити, я знал, что ты ко мне еще придешь. Заткнись и танцуй. О, Кити пришла. Кити? Не понял. Кити, ты офигела? Сначала целуешься с ним, а теперь специально танцуешь у меня на глазах? Отвали, Тайлер. Крис мой новый парень. А, ясно. Тупая дура и преступник. Отличная пара. Ты офигел? Что ты там сказал? То, что твоя девушка тупая дура. Хана тебе, неудачник. Не надо. Он этого не стоит. Крис, давай уйдем, пожалуйста. Еще увидимся, придурок. Это было круто. Я больше никому не позволю тебя обидеть. Тем более этому идиоту Тайлеру. За меня еще никогда никто не заступался. Постой. А ты уверена, что хочешь быть со мной? Я ведь преступник, а ты дочь офицера полиции. Я еще никогда так не влюблялась. И мне тоже кажется, что это судьба. А ты точно хочешь с нами? У нас очень сложная работа. Я знаю. И уверена, что справлюсь не хуже вас. Это ж мой телефон! Смешно! Ну видишь, тебя она уже обчистила. С прохожими она точно справится. Погнали уже! Ой-ой-ой, прости, Ариэль, с тобой все хорошо, ты не ушиблась, ты не ударилась. Да все нормально, все нормально! Еще раз прости. А теперь мой выход. Привет, малышка. Отстань, я занята. Ой, ну какая ты вредина. Может, хоть номерочек дашь? Нет. Тогда прошу меня простить. Пока. Ну и ты же ничего не стащил. Думаешь? Класс! Хочу
еще кого-то обчистить. А, моя девочка. А настыренные бабки. Пойдем в ресторан. Мы с Кити пойдем. Вау, никогда не была в таком ресторане. Все для тебя, любимая. Добрый день. А вам столик на двоих? Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Держите. Я через пару минут подойду. Вот это цены! О, глянь, тут даже мэр отдыхает. Если мы и дальше будем вместе воровать, то мы сможем позволить себе самые дорогие рестораны этого мира. А это для нас будет просто забегаловкой. Я за. Так, что будем заказывать? Лобстер или стейк? Не-а, хочу бургер. Обожаю тебя. Вот это вкуснятина. Ага. Это что такое? Это что, дочь Нейта? Кажется, я наелась и навеселилась. И я. Так, ну что, пойдем. Стой! А может, просто свалим? Читаешь мои мысли. Стоять! А за что кто владеть будет? Обалдеть! Дочь полицейского сбежала, не заплатив. Алло, Нейт? Это было лучшее свидание в моей жизни. У нас таких будет еще 1000. До встречи, любимая. Пока. Вернулась наконец-то. Где этот малолетний уголовник? Папа, не начинай. У меня хорошее настроение. Я вижу. Опозорила меня и довольна. Мне звонила мэр Кристи и сказала, что ты сбежала с ресторана с тем вором. Тебя это не касается! Я запрещаю тебе с ним общаться! Теперь ты под домашним арестом! Да мне плевать на твои правила, понял? И вообще, я уйду из дома, и ты больше никогда меня не увидишь! Марш в комнату! Выйдешь, когда я разрешу! Да кого там принесло? Дети, что случилось? Папа, он не дает мне нормально жить! Я сбежала из дома. Ничего, поживешь пока у меня. Нет, он найдет меня даже тут. Нам надо сбежать. Хорошо, давай сбежим. Будем воровать у прохожих, и все будет хорошо. Нет, я так не хочу. Этих денег нам не хватит. Нам нужно ограбить банк. Ты за? Я согласен. Я с тобой до конца. А еще нам нужно оружие. Я знаю, где его достать. В гараже моего отца. Идем. Офигеть. Настоящий? Не-а, муляж. Игрушка, короче. Но в банке об этом не узнают. Попались! Хана вам, ребят. Вот мистер Нейт обрадуется, что я вас поймал. Тайлер, опять продолжаешь мне жизнь портить. Ага. Гоните оружие! Вот ты придурок! Мы-то с Крисом в перчатках, а ты нет, вообще без мозгов. Твои-то отпечатки на оружие остались. Мы скажем, что мы словили тебя при попытке украсть его. Нет, вы не можете, это не я! Поздно. Хотя мы не сдадим тебя, если ты поможешь нам в одном дельце. Ну что, готово? Нафиг маски! Пускай все знают, какие мы крутые! Как же я тебя люблю! Ну вы точно больные! Давайте быстрее! Не бойся, Тайлер! Лучше приготовь кошелек, мы с тобой поделимся! Ага! Главное, чтобы копы не приехали! Здравствуйте! Нам бы студенческий кредит оформить. Без проблем, становитесь в очередь. А мы без очереди. У нас особые пропуска. Всем на пол, быстро!
А ну-ка быстро положила сюда деньги! И чтобы доверху был набит! Хорошо, хорошо! Быстрее! Блин, Тайлер, придурок, решил свалить без нас! Быстрее, черепаха! Дай сюда! И запомните, мы Крис и Китти! Самые молодые воры! Помогла! Блин! Не переживайте, мистер Нейт, мы найдем вашу дочь. Скорее это мы найдем. Гарри, агент ФБР. Ограбление банка – это уже дело штата. Я этим займусь. Это все Крис. Он украл мою дочь и заставляет ее в этом участвовать. Он с самого детства ворует. Я сам разберусь, кто и в чем виноват. Несите мне записи с камер банка. С меня хватит, я сваливаю. Так, погнали, погнали, погнали. Ты быстрее, мама, поехали. Может, хватит уже орать? Нас могут услышать. Да расслабься, нытик. В этом отеле всем на нас пофиг. Ага, а как же? Я пойду прогуляюсь. Да забей на него, пусть вообще валит. А мы его долю себе заберем. Да, нафиг Тайлера. Преступница? Она ограбила банк вместе со своим парнем? Никакой он ей не парень. Крис похитил мою дочь и держит ее в заложниках. Какой ужас! Я обязательно верну свою Китти домой. Я люблю ее. Она все, что у меня осталось. Надеюсь, вы найдете свою дочь целой и невредимой. Напоминаю, все, кто видел Китти и Криса, просьба сообщить в полицию. Мы... Ты слышал? Ты похититель! Да я сама тебя свалила! Ну, тише, ну это же твой папа. Может, он за тебя переживает. Позвони, скажи, что с тобой все в порядке. Ага, чтобы он отследил звонок, и сюда копы приехали. Да, тут ты права. Там копы, они ходят по номерам и ищут нас, надо валить! Тайлер, стой! Надо деньги собрать! Я заберу! Мне плевать на деньги, я валю! Стоять! Далеко собрался? Капец! Именем закона вы арестованы! Блин! Тайлер, придурок! Валим! Что теперь делать? Нас поймают! Нас не поймают! Мы сбежим! Сбежим из страны! Вдвоем? Вместе навсегда! Я люблю тебя! Можем выпрыгнуть через окно. Там как раз рядом машина припаркована. Да, быстрее, валим! Отлично. Мы их нашли. В 20 минутах езды отсюда. Я с вами. И сколько тут у нас? 100 штук хотя бы есть? Ты шутишь? Тут 5 миллионов! Мы миллионеры! Ну что, идем? Стой. А ты уверена, что хочешь именно в это кафе? До границы осталось всего 30 миль. Поужинаем уже за границей. Нет, я хочу сейчас. Ладно, все ради тебя. Добрый день. Рада приветствовать в нашем захолустье. Ага, здрасте. Нам 2 бургера и напитки. Конечно, конечно. Блин, это же те ребята из новостей. Нужно срочно вызвать полицию. Эй, ты чего? Не знаю. Я так хотела свалить от отца, а теперь понимаю, что мы уедем из страны, и я его никогда больше не увижу. Ну, если хочешь, мы можем вернуться. Я скажу, что и правда тебя похитил. Меня посадят, а ты будешь свободна. Ты правда готов на это ради меня? Да, ведь я люблю тебя больше жизни. И я тебя. И мы валим из страны. Вместе навсегда. Да, поняла. Я задержу их сколько смогу.
вот ваш заказ. За наше счастливое будущее! Вон они! Готовьтесь! Прошу, любовь моя. Не с места! Вы арестованы! Крис! Крис, нет! Папа, пусти меня! Крис! Иди! Крис! Уводите его! Нет! Нет, отпустите его! Крис! Успокойся! Ну, преступника мы поймали. С ночью сами разберетесь. Конечно! Крис! Привет! Я та самая Китти, и Крис меня не похищал! То есть вы хотите сказать, что это вы сами решились на ограбление банка? Да, это была моя идея, Крис просто поддержал ее. Но вы же понимаете, что вас теперь арестуют. Да я только ради этого сюда и пришла. Меня посадят с Крисом. Наша любовь нерушима. Офигеть. Вот это сенсация. Да, как ты мог, папа? Крис меня не похищал. Это я предложила ограбить банк. Доченька, успокойся. Нет! Я должна быть в тюрьме вместе с Крисом! Я не дам посадить свою единственную дочь! Все наладится, и ты забудешь этого парня, как страшный сон. Я люблю его! И тебе нас не разлучить! Здравствуй, Нейт! Миссис Мэр, добрый день. Не такой уж он и добрый. Я пришла сообщить, что ты отстранен от должности. Как? За что? За ложные показания про похищение. Твоя дочь во всем созналась. Ты больше не офицер полиции. Ах так? Ну что ж, тогда мне больше нечего терять. Нейт! Что ты задумал? Открой! Можно аккуратней? Это тебе не спасало. Китти! Китти! Любимый! Ты пришла. Конечно. Мы же вместе навсегда, даже в тюрьме. Ага, да сейчас. Она, пусти ее! Нет, что вы делаете? Вы должны посадить меня вместе с ним! А, нет! Вы теперь на всю жизнь отдельно, в разных камерах. Нет, Крис! Китти! Китти, Китти! Папа, ты что здесь делаешь? Пришел выпустить тебя. Я не пойду без Криса. Я выпущу вас обоих. Мистер Нейт? Выходи. Китти. Любовь моя. Спасибо, папа. Но зачем ты это делаешь? Для меня главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо. Спасибо, мистер Нейт. Вы самый крутой коп, которого я знаю. За воротами вас ждет машина. Бегите, пока охрана вас не заметила, чтоб вы сбежали. Стоять! Еще чуть-чуть, Китти! Ой, Кир! А ну сюда! Не поймали. Заразы! Ты от солнечной жизни! Замолкни, малявка! С тобой все хорошо, ты не ушиблась? Ой-ой-ой-ой, какая я неуклюжая! Ваня, готовьтесь! Кто Ваня? Можно аккуратней? Тебе не спас салон! Мы снимаем сегодня классный ролик. Да, классный ролик. Про, а угадайте, каких персонажей мы играем из жизни? Напишите в комментариях. Кстати, да, и смотрите, у нас с Китти была по поводу еще на эту тематику фотосессия. Да. Вы можете зайти посмотреть. Заходите в TikTok,
Да. Да. Тикток, иди посмотри. У нее там очень классное видео, которое я даже сохранил. Невероятные видосики. Заходите, смотрите, и если есть какие-то еще вопросики по этой тематике, можете написать, мы вам 100% ответим. Саня, вырубай. Так я не был в разводе, ну что, давай заново. Я слышу, как фокусируется. Что фокусируется? Он обманывает, да?